Звезда Инстаграм отреагировала на скандальную статью Татлер про класс-люкс. На днях журнал Татлер переполошил светскую тусовку Москвы довольно сомнительной статьей про класс-люкс. Автор материала посетовал, что элиту столичного общества с недавних пор потеснили звезды соцсетей, блогеры и экс-участницы шоу «Холостяк». Якобы это сильно унижает истинных особ голубых кровей, которым приходится конкурировать с такими псевдознаменитостями. Больше по теме, почему на самом деле Водонаева и Анохина так ненавидят друг друга, на такой откровенный снобизм не могли не отреагировать, собственно, эти самые звезды соцсетей. Первой откликнулась Айза Анохина, фото которой, к слову, Татлер поместил в качестве иллюстрации к заметке. Экс-жена рэпера Гуфа разразилась гневным постом в адрес избранного общества, однако в обличительном угаре выставила и себя не в лучшем свете. В частности, Айза объявила, что в пресловутой статье упоминаются не только блогеры и выходцы из «Холостяка», но и эскортницы и смело записала себя в эти ряды. Суть текста такая: нужны ли мы, блогеры, эскортницы и выходцы из проекта «Холостяк», люксу, написала Анохина. Многие комментаторы позже объяснили девушке, что она немного перегнула палку и Татлер про проституток ничего не писал, но сказанного уже не воротишь. Дальше, больше и разодорившись, рэперша сравнила себя с Марком Цукербергом и Илоном Маском, отметив, что оба эти миллиардера не стесняются ходить в дешевых кроссовках и не кичаться своим люксом. Звезда Инстаграм добавила, что она и ее близкие друзья точно так же ведут честную, негламурную жизнь, за что их и любят миллионы подписчиков. «Мы новое поколение. Мы те, к кому прислушиваются и кому верят, потому что мы не врем и не изображаем из себя тех, кем не являемся», — гордо отрапортовала Анохина.